Хочу отснять коротенькое видео по поводу прикормки, которую я выкладывал до этого, красиво готовил. Вот сегодня вышел на следующий день, получается, готовил я ночью уже после работы. Тестировал сегодня, вышел за карасем на мисс. Попробовал ее. Результат она своя дала, ну, частично еще от этого зависит. Ну, поменял место, выбрал более глубокое место на водоеме. И, соответственно, уже пробовал здесь. Клеят сегодня, как ни странно, исключительно на червя. Опарыши карась вообще категорически отказывается воспринимать. Только червь сегодня работает. Очень много рыбаков сидит на соседнем берегу. В общую кучу я не пошел. Не люблю я такое соседство. Люблю один ловить. Люблю один, и чтобы соседей было меньше. Вот. По поводу прикормки. Прикормку, которую приготовил, ничего не менял. Она у меня остыла там, в течение ночи. Я поставил, утром проснулся. Правда, проспал второй раз в жизни. На рыбалку проспал. Я с 4 часов утра спал 7:30. Вот. Прикормка остыла. Сразу убрал ее в пакет. Убрал в рюкзак. Рюкзак уже заготовил заранее. Как бы, вот. Ну и, соответственно, что у меня получилось на эту прикормку. Карасик. Ну, такой небольшой, но карасик. Ну, попадается. В принципе, неплохо. Вот. По поводу покупных прикормок. Есть у меня свои приоритетные, но, к сожалению, как я посчитал по бюджетам, вот на такие, на рыбалки, на одноразовые, грубо говоря, чтобы сходить возле дома, посидеть, половить карасика, вот тут прикормка самая лучшая. То, что я показывал, как варится, еще состоит. Вот, карась подходит, карась берет. Карась не крупный, но такой грамм 150-200. На жарку самое то. Вот, сейчас погода, про погоду скажу, давление низкое, как подходят тучки, ну, в принципе, те, кто ловит карася, знают, что это такое. Если солнышко светит, карась не клюет. Стоит подойти дождю, дождь волнами идет с периодичностью в 15-20 минут. Вот. Как только дождь начинает идти, начинаются поклевки. Вот в течение всего дождевого фронта карась клюет. Вот. Что еще сказать? В принципе, все. То, что хотел сказать, сказал. Ребята, у кого какие вопросы возникают, задавайте. Будем писать. Далее буду снимать видео по лещевой прикормке. И буду тестить ее тоже. Буду показывать, рассказывать, что как лучше. Всем удачи, всем не хвоста, не чешуи. Пробуйте, экспериментируйте, ловите.